Смотрите, смотрите, какой красивый человек наконец-то к нам пришел. Посмотрите, какой рядом с ним некрасивый человек. Смотрите, самый красивый человек и самый огромный в мире Макнаггетс. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Мы покажем номер, который называется «Неравный брат». Алло, Людмила, девочка моя, послушай. Я уже практически все сделал, да. Я уже практически мультимиллионер. Она уже практически написала мою фамилию в завещание, да. И осталось совсем чуть-чуть, 2-3, может быть, 5 дней, и все. И мы будем богаты, да. Мы поедем с тобой в Гагры, мы купим с тобой дома. Мы будем веселиться, я люблю тебя. Любимый. Подожди, она идет, все. Эта старая тварь уже здесь. Я перезвоню, целую, люблю, люблю. Любимый, с кем ты там разговаривал? Я разговаривал с Богом, дорогая моя. Я благодарил его за то, что он подарил мне тебя. Любишь свою старушку? Обожаю, обожаю. А почему не говоришь, что я не старуха? Ну какая же ты старуха? Ты девочка, ты девчушка, ты девчушечка из далеких дней. Девчушка, правда? Конечно. Девчонька, девчонь, ну как же? Какая девчушка? Я старше тебя на 61 год. Ты сразу доллар, а я рубль. Я обожаю, когда ты шутишь. Прунь. Да. Обожаешь меня? Я люблю тебя. Обожаю. Прям-прям-прям любишь? Конечно. Прям-прям-прям? Боже, ты невероятная. Посмотри на свое тело. Это красота. Я обожаю все. Тебе нравится моя фигура? Конечно. Это грудь. Это невероятно. Я обожаю. Посмотри, как она играет на солнце. Это невероятно. А сосочки. Опа. Не надо. Перестань. Это прекрасно. Ну, давай, одевай. Ты делаешь? Вот так? Вот не так. Надо, но мне жарко, ну перестань. Я люблю тебя. Любимый, слушай. Да. Сегодня какой день, ты не помнишь? Какой? Сегодня ровно год, как мы познакомились с тобой и занимались любовью. Что с тобой? Да что ты меня поносит в последнее время? У нас же скоро свадьба. Ты не забыл? Конечно, не забыл, дорогая. Не забыл? Конечно. Я тебе подготовила маленький сюрприз. Мне? Да. Мне сюрприз? Да. Ключи. Ключи. От новенького Ламборгуни. Ламборгуни? Да. Ну зачем? Зачем такие траты? Это очень дорого. Ламборгуни за 2 куни. Слушай, а почему ты не говоришь мне комплименты? Ну как же, я говорю, ты моя простоквашенка, ты мой сухофруктик с косточками. Ты моя, кто, я не знаю, кто, ты как? Козочка. Козочка, да, варикозочка. Почему ты не знакомишь меня со своими друзьями, со своими товарищами? Да как я могу их с тобой знакомить? Ты что, я буду ревновать, они будут смотреть на тебя. Я не смогу, я ревную тебя к ним. Ты моя девочка. Ревнует, значит, любит. Конечно, люблю. Я была у нотариуса. Так. Да. И кое-что составила. Составила завещание. Как хорошо. Что ты сказал? Я говорю, что как хорошо. А, как ты хороша! Ты хороша, но зачем тебе завещание? Мы с тобой будем жить еще долго и долго вместе. Зачем завещание? Я тебя умоляю. Ты так считаешь? Я уверен. Рано? Конечно. И то правда. А я хотела просто на тебя оставить все. 16-комнатную квартиру на Кутузовском. 7-этажный дом в Барвихе Лакшери Вилледж. Роллс-Ройсы, пароходы, заводы, бизнес, все. Покувыркаемся еще, и то правда. Капец. Послушай, что ты говоришь? Я говорю, а у нас есть в доме скотч или клей? Конечно, может, а зачем тебе? Ну, принеси, срочно нужно. Хорошо, давай. Принеси.
Так, Людмила, послушай, она только что разорвала на моих глазах завещание. Я уже должен был лететь в Гагры. Подожди, еще чуть-чуть, я тебя умоляю, да. Скоро мы с тобой встретимся. Я люблю тебя, дай мне еще время. Любимый, вот тебе скотч. А-ха. Вот клей, возьми. На что? Вот тебе все. Спасибо. На. Ой, кто-то звонит. Алло, алло. Да? Что случилось? Как? Арестованы все мои счета? Все? А офшоры как? А Райфайзенбанк? А вот Майзенбанк? Вайзенбанк? Свайзенбанк? И даже Майзенбанк? Все банки? Все, 2,6 миллиарда долларов, все? Я нищая. Кто звонил? Мне звонили с банка, из-за санкций все арестовали. Я нищая. Что? Да. Что ты говоришь, старая тварь? Какая ты нищая! Я что, сука, блевал год целый просто так, что ли? Я тебе куни делал и плакал по ночам! Каждую, сука, ночь! Где мои деньги? Где деньги мои доллары? Что ты говоришь? Где? Ты говоришь, слышишь ты? Я все это придумала специально. Нифига такого нет, никаких санкций не было. Я наоборот приумножила. Я сейчас 8,6 миллиарда долларов в десятку вхожу. Форс! Ой. Ой, как голова кружится. Я ничего не помню, что случилось, дорогая. Ты в порядке? Случилась амнезия. Не звезди! Обмануть меня хочешь, сволочь? Где? Вот, пошел вон отсюда. Я умоляю. Пошел вон, отдай все. Мне, все, мне, не моргуни, все, ключи, все. Крокодиловую, все, я штаны я давай. Нет, я все. Умоляю. Иди в жопу, откуда я тебя взяла. В мой стриптиз-клуб я не вернусь, я прошу тебя. Пошел вон, говорю. Я умоляю. Пошел вон, я пошел вон. Не надо. Чувствуй наше лето! Все проекты для тебя этим летом на ТВ. Слезы счастья на лице, твое сердце бьется в ритме ТНТ. Эх, Натах, вот это да. И ты будешь снова петь под любимые хиты. И ты смотришь ТНТ, даже стоя у плиты. ТНТ-шная любовь теперь сильней. Это летом будет ярче и теплей. Улыбайся и танцуй, ТНТ к тебе к лицу. Каждый день как выходной, ой-ой-ой-ой. Никаких не надо слов, и ты этим летом вновь нашу чувствуешь любовь. Нашу чувствуешь любовь.